Что ж, продолжим. Посмотрел я, значит, ваши эти прохождения. И много что для себя понял. Во-первых, очень некоторые опытные игроки у них, конечно, я бы назвал это... Ну, это мое впечатление, что это горе от ума. То есть опыта настолько много, что некоторые действия становятся настолько какими-то... Ну, слишком... Попытка натянуть шаблоны какие-то, короче, что-то в этом роде. И оно выглядит очень несуразно, в принципе. Как-то не живо и не работающе. То есть, ну, есть альтернатива, которая, в принципе, работает по-другому. Вот. Но есть некоторые моменты, которые я сам-то хотел тоже давно еще внедрить. И совсем... забыл про них еще, потому что раньше этим пользовался, и даже вот одно из полезных, так сказать, и несложных действий, но мне они не нравились визуально, и я готов был, вот как сейчас, например, ну, сейчас пропустим ход, вот, как раз это был автосейв, то, что поле вокруг, это начинается сейчас обучение, да, вот, я просто об этом совсем, ну, как-то вот, ну, подзабыл реально. Что можно же не тратить на один больше ход, а именно сражаться уже вот здесь. То есть это такая некоторая экономия хода получается. То есть одна клеточка. Вот. Но мне чисто как-то это, ну, типа раз нападать, то уж на самого там персонажа, героя или юнита врага. Чем где-то рядом. Ну да ладно. В общем, в принципе, просто он останавливается именно на этой клетке. Хотя я никогда не замечал, он тратит то же самое. Ну, в общем, как получится, так получится. Типа, смысл считать эти клетки, это какой-то тоже... Ну, может быть, в этом есть польза, но как-то это выглядит тоже слишком... Просто так оно натуральнее выглядит. Ты именно нападаешь, вот, крестиком у тебя помечено именно конкретно то, на что ты нападаешь. Ты же не на землю нападаешь. Но я имею в виду такое, так, в плане эстетики. Да, типа вот есть такая подсказка. Получается, что ты можешь как бы воевать здесь или там. Ну, имеется в виду вокруг, да? Воевать вокруг можешь. Но... как бы чисто в моем воображении это выглядит так, то что ты такой, типа, ну, например, мимо шел, и опа, пацанчик, а ну-ка тормози. То есть ты как будто, типа, не собирался нападать, не собирался объявить. Ну, короче, это выглядит тупо, на мой взгляд. Ну, вот прям вот, ну, чисто эстетически, ну, мне это не нравится. И никогда не нравилось. И когда я об этом там узнал еще, оно как-то... Это мое мнение. То есть я никого не... То есть я буду все равно, может быть, как это, стратегически там или еще как-то неэкономично тратить эти ходы. Потому что можешь двигаться там еще циферками, еще чем-то. Вот. Единственное, что вот удобное, что было бы, это, конечно, как это называется, разделять... Но оно не работает у меня. Короче, надо через там что-то там зайти. В общем, проще забить на это хер, чем заниматься этим. Потому что оно мне вот просто как-то вот оно даже вот не идет ко мне. Вот само вот что ли. Что вот куда-то ты зашел где-то, это увидел, раз-раз-раз, сработало. И через какие-то костыли все это делать приходится. Через какие-то лаунчеры и все остальное. То есть лунчеры. Вот. Как-то... Короче, ладно. Имеем, что имеем. В принципе, к игре это никакого отношения не имеет особо. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот не знает. Да и лучше крепче спит. От этого... Ну, вроде еще... Ну, сколько... Как бы сколько лет игралось без этого. И нормально. Вот. А тут оно и не хочет еще, тем более, чтобы оно вот как бы, ну, что-то во вселенной не хочет, чтобы оно так было. Если все эти шифты, контролы и все остальное, катрылы не хотят.
этого. Вот. Что работает, то работает. Что не работает, то не работает. Не знаю, что вообще... Зачем я про это вообще рассказывал? Ну да ладно. Вот. Так, ладно, ты бежишь. В общем, я уже там поел, уже некоторые другие дела поделал и немножко уже... сбился с той мысли, которая вот была оригинальной на тот момент, как мы завершили предыдущую серию, но... Но-но-но. Еще такая, это тоже как-то натуральная, естественная вещь того, что здесь, по-моему, кто-то стоял же возле погоста, да? Вот, что в героях никто спокойно не умирает. То есть он либо превратится в зомбака, либо, короче, в скелета. Но никто ему не даст спокойно просто, как бы это, отойти, как говорится, в мир иной. То есть все время здесь какой-то движ происходит, короче. Так, где мы там? Акцентровка по героев. Ну, вот что полезно, это вот там всякие... Куда-то ты по карте куда-то вот уехал, да, вот на интер нажать, это нормально, акцентровка по героев. И, кстати, я заметил даже некоторые... Ну, из того, что я заметил, уж ладно, расскажу. То, что даже несмотря на хоткей, все равно очень многие не пользуются банальными вещами, типа того же интера на согласие. Там, enter, кому как удобно. На согласие какого-то действия, на выход там из замка того же самого. Все почему-то все равно тянутся, вот все такие на умниках и все равно тянутся к этой галочке. Вот. Ну, то есть какие-то вот тоже вот это тот самый, как это назвать, обратный, что ли, баланс, когда у людей что-то работает, но они все равно не пользуются чем-то простым, а у кого-то что-то вот там не работает, но они... все равно тоже не пользуется чем-то вот, ну, таким интересным, достаточно и логичным. А это кто такие? Ну, это эти. Как их зовут-то? Блин, забыл, как их зовут. Ладно, мы еще до них доберемся. В общем, что у меня здесь на повесточке дня? Ну, у меня уже вечер, конечно. Держу в курсе. Толпу минотавров ради чего? Ради чего я хотел их грохнуть? Ради опыта? Они мне что, мешают как-то? Чего я хотел-то от них? Вот. Походу, я хотел качнуть Фредерика. Ну, Фредерика можно качнуть вполне еще где-нибудь. А, собственно, чё? Побочки выполняем, вот. Побочки, ну то есть допы, побочки. Дополнительные задания, побочки. Блин, побочки это немножко про другое. Дополнительные задания. То есть мы открываем то, что закрыто. То есть мы читаем все, что нам напишут. Мне лично это интересно. Можно было бы сейчас щемануть куда-нибудь на гарнизон. Где-то случайно мне попалась на глаза тоже информация о том, что вот такие миссии, кстати, вот нет смысла выкладывать без комментариев, раз уж мы говорим в процессе игры. Надо вот это запомнить, а то, как бы, наверное, я не буду выкладывать что-то без комментариев, потому что мы вот стоим на месте, и как бы без комментариев оно не имеет смысла так долго ждать. Так, а что я хотел сказать? Ну, в общем, мне интересно, что скрывается здесь. То есть мы по полной открываем карту. А, читал, да, в комментариях попалось на глаза то, что там тоже на умниках кто-то пишет, что он там чуть ли не за первый месяц прошел, ну, всю эту миссию. Серьезно, да, за один месяц, то есть игрового времени. За месяц, да? На невозможном. Это просто вот главное,
ну, сказать, короче, какую-нибудь ерунду. С такого, конечно, подгорает, потому что, ну, здесь за месяц я бы посмотрел такое видео. То есть, причем Хота только вышла. Вернее, не Хота, имеется в виду Фабрика, только вышла. Вот. Одно дело, если бы там это уже давно было бы, и, ну, за 3 дня там, 4. Короче, нас обманули. Пойдем топтать толпу королей минотавров. Ну, я не знаю, что у нас получится, не получится. Вообще, по идее, должно что-то нормальное получиться. А, ну, тем более. Ну, их двое, конечно же. Вот замедление очень помогло бы. 8. Ну, я более чем уверен, что одному из них повезет, и он дойдет. До чего? То есть, посмотрим, короче. Давай, 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 подходи. Не, не повезло. Ха. А, да, вот я опять же, сколько бы ни говорил, но иногда забываю сам книгу заклинать. Но это нормально, это абсолютно нормально. В принципе, я никого не критикую, прямо так вот. Но некоторые вещи выглядят, ну, что ли, не очень неестественно. Хотя, с какой стороны посмотреть, наверное, может быть, человек на другом опыте тоже. Ну, тут должно быть какое-то вот, ну, логическое объяснение, на мой взгляд, каких-либо действий. Вот. Лови. Так, вы можете пока перелететь. И, кстати, в самом вот первой этой, как ее зовут, миссии, тактику-то надо было брать. Что-то вот я вот сейчас, хотя какая тактика, я сейчас говорю при Фредерике. А была ли там возможность, я уже не помню, при Фредерике взять... Нет, это у Генриетты можно было взять практику у монаха, который стоял там. Как он? Ученый. Он не монах, он ученый. Вот, ладно. Ты у нас что делаешь? Ты у нас стоишь... Не, пропускаешь. Это еще не новый ход. Так что мы пока что подманиваем. А тут неважно, под каким углом ты встанешь. Надо было отойти, я думаю. Посмотрим сейчас, посмотрим. Попробуем. Попробуем вот так сделать. Да, надо было отойти. Я их не интересую, понял. Я так не хочу. Так, мне не нравится... бегут. А, это посещено. А куда она бежала? Сюда. Ну, до некоторых клавиш, конечно, не очень удобно дотягиваться, это да, но все равно у меня как бы на ноуте получится, да и если там клавиатура, то что тут руку-то протянуть? Ну ладно. Опять же, просто, я говорю, какое-то впечатление о увиденном. Вот. Короче, не столь важно. Давай тебя ускорим, раньше. То есть это будем... А, ты не доходишь. Ты в любом случае не доходишь, да? Ладно, жди. Пропускаешь. Типа кидаешь. Пропускаешь. Кидаешь. Улетаешь. Уходишь.
кусаешь. Так, может его ослабить хотя бы, что ли? Чуть-чуть, но пусть будет меньше у него атаки. Давай, давай, чё? Так. Ладно. Куда-нибудь сюда подойди. Все равно у них ничего не получится. Ой, не того. Так, стой. Просто себе пропускаешь, пропускаешь, пропускаешь. Так. 8-8. Никуда они не доходят, но мне кажется, у кого-то из них может сработать. Ай, твою ж мать. Пошел ты. Ну, пока все ждут. Пока все ждут, кроме... Кроме... Так, наверное, тебе поважнее будет точность подальше все-таки. Лови. Так, ты пропускаешь. Лови. Ты улетаешь. Ты уходишь. Ты пропускаешь. Попадаю на более крупного. Опять забыл. Так, давай только этого. Чтобы на клеточку более слабую сделал. Так, этот не доходит. Пропускаешь. Подождешь? А, вот, вот. Я просто вот именно вот конкретно пропускаешь, летаешь, пропускаешь, пропускаешь. Идешь, чинишь. Все, тут все. Надеюсь, они восстановились. Я не знаю, кто первый ходит, поэтому я вот так сделаю. Во, все чисто. Эксперт, интеллект. Защита от воздуха. Так, нас пропустят за 15. По дороге встречает человека, смахивающего на вора. Это военный лагерь местных минотавров, заявляет он. Огры несколько раз пытались сюда проникнуть, но минотавры Бальтазара знают толк в укреплениях. Впрочем, принеси мне 15, и я покажу вам тайный ход в их лагерь. На, держи. Очень хорошо, говорит, воры тянется к камням. Следуйте за мной, я вам покажу тайный ход. Тогда он нам показал тайный ход. Нормально, мы так прошлись. А, и врата задания только мы можем пройти. Жители пустоши построили здесь укрепление, чтобы защищаться от огров Зога, а они пропускают только тех, кто идет из Бёртона. Вас опознали по флагу, да. То есть мы можем все теперь ринуться сюда, мы в безопасности, ну, относительно. То есть на разведку. Золото просто так валяется. Так, склад руды, я не буду даже заходить пока, наверное. Хотя ладно, по пути. Оно нам, типа, не надо. О, кукла. Кукла Вуду. Туча, туча гнолов, туча. Опасно. То есть мы уже настолько затянули, что
Тут уже туча. Так, о, Слау, пустой город. Почему, интересно? Беги, куда бежала. А. Вот, тоже. На эмочку. Хочу ли я завершить ход? А что у нас есть? Еще разве у кого-то... А, есть. Так, Слау, Слау, Слау. Теперь Слау уже в гарнизоне. Не, на... до М вот далеко, короче, лезть. Поэтому, да, здесь есть смысл иногда. Вот до Энтера не так далеко. Шлем, ребра, амулет. Ты где там? Шлем, ребра, амулет. Сначала нам сюда. Так, ты у нас тогда побежишь сейчас в сторону товарища Фредриха. Вот, Фредрих сейчас... Ну, берет в любом случае это. И мы баллистикой еще занимались в детстве. Так что мы можем кидануть. Ну, как-то он, понятное дело, в рандоме. 10 полуросликов нам просто вынесли. Ждем. Пусть выходит. Неудачно. Неудачно. Что-то они как-то нормально так положились. Надо вообще сохраниться было. Да ладно. Ой, нет, сначала виверну. Сколько там? Ну, пока ноль. А, так мы... Сюдымс. Ладно, давай, сюдымс все равно неделя. Не знаю, зачем мне эти ресурсы. Вот уже вот... Просто неизвестно зачем. Так, ну затарились и затарились, в принципе. А мне что, прям так нужен этот город? Ради рынка, что ли? Или ради чего мне этот город-то нужен? А, ради этого, как зовут, ну, тоже можем огров покупать всех остальных. Вот хорошая вот. Еще бы одного героя было бы неплохо. Ну да ладно, я пойду пока на разведку, все равно они там все подкупили. Мы сбежали из страны, где правит жестокий герой Тангун. Тангун уже все, до свидания. Если вы прогоните этого негодяя из наших родных краев, мы щедро... Давай, я прогнал. Герой Тангун побежден. Наконец-то мы можем вернуться на родину. Примите ли вы эту награду? Символ нашей благодарности. Да, конечно. У меня есть награда для того, кто носит бирюзовый флаг. О, отлично. Вы несете бирюзовый флаг. Вот ваша награда, примите ее. Отличная награда, наконец-то. Теперь мы будем еще быстрее перемещаться по карте. Ну, с птицами воевать такое себе, если честно. Вот туча гнолов, это тоже очень много. Это фиолетовая, как я понимаю, да? Я не вижу. Да, то есть это чуть позже. То есть можно вот как бы не воевать с тучей гнолов. Потому что их реально туча, это... Типа, ну, не ради чего пока что вот. Так, я хотел сохраниться все-таки. Так, давай, Фредрих. Фредрих Уан. Окей. Просто пройдемся. Героев тут никаких нет. Гарнизоны, кстати, укреплены нормально так. А, ну, мы неправильно сделали. Надо было их лишить возможности каждую неделю тоже там, ну, увеличивать свой прирост. Так, настолько ли нам нужны эти два виверна по факту? Ну, пригодятся, я думаю. Вообще, я хотел сюда вот пойти, здесь все зачистить. Здесь толпа, она, кстати, не растет, как я понял.
сотня, орда вампиров — это уже самоубийство, в принципе. Так, все, без гоблинов вы, короче, остаетесь. И вы тоже без гоблинов. 60-120 гоблинов, нормально. Склад золота, во, это полезно. Ты пока что, где ты? Далеко здесь это? Нет, не пойдет. Отдаем. Этот свиток, то, что надо. Теперь я смогу обучить вас заклинанию молния. Но в обмен на это я попрошу оставить свиток у меня. Согласны ли вы на мое предложение? Ну, подожди. А она не знает и так его? Не, она типа знает его благодаря свитку. Так ведь? Я прав? Да, она знает только благодаря свитку его. Ну, давай. Вражеские стрелки могут представлять огромную угрозу, но скажу вам по секрету. Этой угрозы вы можете избежать. Заклинание забывчивости может быть чрезвычайно полезным в деле борьбы с любыми стрелками. А как я слышал, Зок в последнее время набрал в свое войско много орков-наемников. Свитки этого заклинания раздобыть нелегко, но, возможно, в притоне контрабандистов вы сможете найти что-то ценное. Хорош. Притон контрабандистов — это то, что нам, в принципе... А где притон? А где он есть? Так, погост не посещен, но мы его не можем посетить. Ну, чтобы если нам предложат попинать кого-нибудь. Так, май. 2000 взяли. Вот, что нам интересно. Правда... Вот не знаю, насколько оно интересно, потому что, возможно, этот зоркий глаз, он покажет нам... Ну, хотя ладно, какая разница, что. Будем смотреть на зоргах. Вы входите в лачугу и заводите беседу с хозяином-магом. Он рассказывает вам о землях далеких и не столь. Подобная информация, без сомнения, полезна для такого путешественника, как вы. Ну, я же говорил, он будет показывать, ну, дворец. А, и все. Ну, и нормально. Так, зорг, ты здесь? Вот он. Зок. Че? Ну, Зорк это как в этом. Зорк Корпорейшн в пятом элементе. Ну, как бы... Хорош. Мне вот эта миссия чем-то напоминает одну из миссий, где там ты уже вот не можешь вообще никак, типа, вломить никому. Вот не помню, какая миссия, но что-то похожее тоже. Я там бегал, что-то собирал, и в результате... Опа. Вот, Тергес. Нашелся Тергес, которому надо вломить. И тоже бегал, и там уже настолько реально накопилось войск, что было, ну, никак не проломить. Может, кто помнит, напомните в комментариях, что за миссия была. Потому что такая популярная миссия достаточно. Тоже вот на этом основана, как здесь сейчас. Так, мы можем проломить гарнизон. Причем достаточно... Нет, я не знаю, сколько там народу. Но можно его попробовать. Хотя бы посмотреть. Вот стрелочка, я вот не знаю, как вот, как, какая клавиша, чтобы стрелочку вот... Ой, чтобы вот ее вот, ну, на клавиш, может быть. Так что так. Не все. Ой, я просто мышка съехала. Страж прохода. Ну, что предлагаешь, 50? Да в легкую. Здесь живет главарь бандитов, его шайка перекрыла некоторые проходы. Он готов поговорить с вами, но только если вы снабдите его отряд рудой. Вы согласны? Да я уже снабдил. Как бы я уже дал согласие. Так, Генриетта. Вторичный навык, интересно какой. Сейчас будем, кстати, это... Посмотрим. Магия воды. Кстати, нас спросили даже. Магия воды. Нет. Спасибо.
А, так мы не можем прокачаться. То есть магия воды это такой типа бонус. То есть... Но магия воды... Нам нужна магия земли и магия воздуха. Мои любимые, в принципе. До этого есть земля и воздух. Потому что вода... Ну, вода, конечно, тоже... Не, все книги, по-своему, прекрасны, но, конечно, ну, воздух и земля — это прям воздух и земля. А вот вода и огонь — это вода и огонь. Ну, не в этом дело. Короче, шутки шутками, но... Так, ладно, пурпурная палатка. Ключник рад видеть вас. Ну, наконец-то, достойный герой, молотон. Я немедленно отправлю гонца к стражу границы, чтобы он вас пропустил. Окей. Так, значит, мы в этом углу уже, в принципе, все сделали. Что нужно, что не нужно. Сюда надо свиток на погост. Просто зайдем. Может, он уже посещен кем-то. Обитель шатра пойдет с нами. Тут все выучено. Ну, короче, Генриетта, как ни странно, она вот... Нет, зато она экспертная много в чем. Прям у нее целое это. Вот, нам Генриетты надо отдать уже вот сюда. Ой, где? Это Сэм у нас все ходит. А Сэм у нас бежит за подкреплениями остальными, какими возможно. То ли у меня такое, как это, дежавю, которое, как это называется... Как это, как видеть будущее, типа такого. То есть я как бы... Когда-то давно уже себе представлял все вот это. Ну, или оно мне как там пришло. Как-то как... Какое-то... Предсказание. Поэтому мне так все знакомо. Либо я настолько много играл, в принципе, на разных картах. И сам их много где писал, что... Уже куда ничего не вставь, оно вот... Ну, будет знакомо и как-то повторяющимся по-своему, что ли. Так, Фредрих. Фред. Пусть будет Фред. Ну, немало так, немало у вас тут в гарнизоне размножилось народу. Никому не повезло, это хорошо. Так, кто потом пойдет? Эти-то ладно, эти сходили уже, предположим. Предположим, Гав. Стой. Стой. Пока стоим. Ну, вышибаем, конечно. Вышибаем. А, надо было сюда встать задом. Так, мы пропускаем. 36, 11, 10. Ну, в принципе. Как бы он ничего не сможет сделать. А, нет, сможет, конечно же. Другой кто-то. Потери. Не, короче, немножко не то. Мне, наверное, этот гарнизон вообще и не вперся, в принципе. Что там в этом гарнизоне? Ну нет, дополнительный вот форт. А его обойти нигде нельзя. То есть, вот здесь по дороге, например, его обойти. Ну, далековато, конечно. Не, очень далеко. Когда можно прям пройти... Ой, что ж делать-то, потери. Давай заберем славу, потому что город тоже. Пусть будет на город больше. Ну, попытка, не пытка. Минус дверь. 102? Серьезно?
Вот сейчас бы замедление. А, надо было ускориться и подпереть дверь. Точно. Не знаю, как бы... Нет, тактически вообще не очень правильно. Почему? Потому что все равно полуросликов будут, короче, ковырять. Положим. Все, подпираем дверь. Ну, как мне кажется, оно так работает. И он через свои же колючки будет проходить. А мы не эксперты в баллистике. Наверное, если бы мы были экспертами в баллистике, то мы бы, ну, не выносили все стены сначала, а уже попали бы по определенным. Ладно, поэкономим пока что. А, что поэкономим? Эти совсем уже слабые, потому что их там... А, нет, нормально, 58, в принципе. Так, я не поведусь на это. Потому что я не могу тебя достать, а ты вот на свои же колючки встанешь. Ты мразь, а. Короче, мы, может, что-нибудь еще сейчас другое сделаем. Все, посмотрим. Давай, вылезай. О, молодец. Удачно вылез. Надо поближе подойти. Пропускаешь. Ну, следующий ход наш. В любом случае. Ну, а давай этот ход тоже используем. Сколько ты вынес? Половину сразу? Серьезно? Все, этого достаточно. Все, мы больше катапультой не пользуемся. Че, серьезно? Ты половину вынес просто за раз? Ладно, давай укусим тебя еще раз. Так, ну он, в принципе, уже все. Атаки все свои отвоевал. Так, надо было поближе подойти. Сейчас, может быть, мы уйдем вообще отсюда, то есть мы не будем это засчитывать за миссию. Стой. Эх, по-больному. А, мы отошли. Не, короче, нелогично. Типа надо по-другому. Не так, не так. Не то. То есть... Либо надо большую армию сюда тащить. Ну, другое действие должно быть. Попробуем здесь еще как-то что-то придумать сейчас вот, ну, на удачу. Ну, вернее, не то чтобы на удачу. Главное, чтобы этим никому не повезло. Хорошо, предположим. 24-42, вот этих-то меньше. Что этих мы выбиваем... Этих мы можем ускориться и тоже выбить, но тогда подбегут вот эти. У них какой-то бонус на этой земле. То есть, если мы вот здесь встанем. Хотя... 8-9. Проверим сейчас. Нормально, нормально. Да, он не добегает. Хорош.
Так, собачки в минуса. Этот не доходит никуда. Отлично. Отлично, то, что надо. Так, собачки. Так, ты никуда не доходишь. Мы сейчас от него... Блин, что же сделать-то? Один он того не стоит. Иди сюда. 28. Ну, кстати, падают, но они нам ущерба не нанесут, поэтому вот так пропустим. Ускорим. Отойдем. Ну, далеко, но отойдем, да. Нормально. Вообще никакого ущерба. Отлично. Давай, давай, давай. О, ну ты, конечно. Блин. Красиво же было. Давай повторим. Как по нотам же мы их вообще разобрали. Минус. А, мы не... Блин, не так сделал. Не то сделал. Время вообще полетело незаметно. Вот уже прошло сколько? 40 минут? Или сколько? Прям вообще... Так, собачки минус. Вот, да, вот он, чтобы прошел. Теперь вот так. Теперь надо уголок. Все, нормально. Давай, ага, укусил, молодец, получил. Мы можем, в принципе, ну, вот эти 24 собачки вынести. Правильно. Этому не везет. Нам по этим собачкам там у нас. Что мы делали? Этих собачек выносили или? Ну да. Пес. Можно подойти, я думаю, можно подойти. Во, отлично. Ну, относительно. И вернуться. Так. Минус. Ты у нас... Пропускаешь. Так, это отходит. Этого ускоряем, чтобы побыстрее было. Так, просто отходит. Виверн тоже отлетает. Ты воюешь. Так, нормально, нормально. Помогаем. Помогаем. Пропускаем. Чиним. Все, отлично. Ну и добиваем. Все, без потерь. Так и должно было быть. Так, короче. Продвинутая мудрость. Ой, вернее, магия воды. Потому что эксперты. Огров тут 20 штук. Это, понятное дело, пусто. Что это уже все потырили. Ну, где-то, да, на умниках на 2 недели... На 2 недели точно как бы мы опоздали, вот. То есть замешкались, надо было города все-таки захватывать. Ну, а кто... Я их вообще не знал, где они находятся. Вот, теперь все, теперь мы... монастырь...
в обмен на то, что вы будете их хранять, они согласны обучить вас слабость, но, к сожалению, уже знаем это заклинание, так что ничего нового вы здесь не узнаете. Хорошо. Что хотят за куклу? 7525? Да в легкую. Если вы заплатите нам королевскую подорожную пошлину, 25 кристаллов и 7,5 золота, мы позволим вам пройти. Вы готовы платить? Готов, конечно. Хорошая кукла. Дурные знаки сыплются на вас с самого утра. Вы проходите под лестницей, встречаете женщину с пустым ведром, да еще и наступаете на черную кошку. Впрочем, не повезет сегодня явно не вам, а вон тому оборванцу, который все время крутится рядом. Вы приказываете схватить неудачника, но тот убегает, выронив необычную куклу. Кукла шамана. Я русский. Так. Куда она у вас там? Уменьшает удачу отряда противника на 2. Что может быть лучше? Вот. Она того стоит. Я поэтому ее, собственно, и пришел. Ну, еще и туловище. Но для туловища надо быть в городе, в принципе. Меня больше интересовала именно кукла шамана. Сэм бегает нормально так, как не в себя уже. Хорошо. Так, генератор маны. Вот. Раз уж зашел, пусть он будет построен уже в конце-то концов. И мы ничего не можем сделать. Короче, пока что. Генератор. А, ну вот, естественно, тут никого. Ну, проверить стоило, потому что кто его знает, может, они не хотели ничего защищать. Так что мы можем в любом случае сделать как сейчас. Ну, типа, вот эти все дополнительные задания посмотреть, что к чему. Ну, то есть, почитать, ну, с кайфом провести время, как на мой взгляд. Для меня так уж точно. Вот, и что еще? Ну, а возможно, если мы уж совсем впритык вот встанем так, что мы уже вот как-то пропустили момент, и уже у них настолько большие войска, что действительно их никак не пробить, то просто пошустрее начнем заново. Уже тогда без дополнительных каких-то заданий. Хотя очень много полезного мы, в принципе, впитываем. Но это полезное. Обыскивая развалины, вы с радостным изумлением обнаруживаете часть статуи легиона, вы аккуратно смахиваете с нее пыль и кладете в мешок. Вот. Но тут много чего и полезного. А что, мы в этой хижине не были, да? Да, не были. Пожалуйста, помогите местным сиротам. Если вы пожертвуете 30 кристаллов и 30 драгоценных камней, мы сможем выстроить им новое жилье. Я готов оказать вам услугу взамен. Да, конечно, пожалуйста, у нас этих ресурсов. Вы принесли нам 30 кристаллов и 30 драгоценные камни. Теперь мы сможем построить сиротам хорошие дома. Хотите принять кое-что в качестве благодарности? Ну, конечно. Чешуйчатый доспех. Тут, опять же, наполовину получается, да? Мы уже видели, что здесь есть плащ дракона. Где вот? Вот он. А, ну там нет. Там надо ожерелье, еще что-то. Короче... Здесь что, портал еще в подземелье какой-то есть, что ли? Пойдем посмотрим. Ну, короче, сейчас уже безопасное время такое настало, когда можно просто побегать, посмотреть, что к чему. Вот, по средствам у нас нормально. Не знаю, даже, может, где-то... Где он? Насколько он далеко? Он очень далеко. Генрих. Ой, Фредрих. 3 дня, 3 туда-сюда. Не, не получится. Просто я думал, может быть, сбегать и... Давай посмотрим, что там вообще. Жители, понятно. Ну, для Бертона. Да-да-да, давай пройдем, посмотрим. Да, толпа сатира. Сатира они называются, точно. Давай посмотрим, что там в подземелье. Стремно, конечно, давай сохранимся. А то вдруг там прям на воротах какая-нибудь будет. Да, я думаю, прям здесь и сохранимся.
Потому что у нас все равно вариантов других, как либо вот здесь завершать или начинать заново, у нас нет никаких других вариантов. А, даже так? Ничего себе. Нормально. У нас есть как раз фиолетовое это. А замок пустой. Так, пираты тут. Деревяшка. Без деревяшек обойдемся. А, чудищная... А, не, группа. Они не росли. Группа чудищ. На высоте. Так. Генриетта, нау. Чё хочешь? А, сферу небесного свода хочет. Понятно, могущественный волшебник. Но у нас пока нет такой. Даже не знаю, где такую взять. Мне вот, вот очень кажется, что вот этот кусок откуда-то взят. Вот прямо с какой-то карты, прямо вот целиком вот этот вот кусок, вот он прямо вот взят откуда-то. Не знаю, почему мне так кажется, но вот... О, рынок, нормальный рынок. Или что это? О, можно поплавать даже. Удивительно. На этом берегу разбили лагерь пираты, и здесь можно нанять корабль и команду, но только за достойную плату. Принесите 20 кристаллов, 10 драгоценных. Ага, хорошо. Да давай. Ну, пираты, толпа. А, ну толпа, ладно. Толпу-то мы... Согласен ли я принять пиратов? Конечно. Хотя их 22 штуки. Ну ладно, мы тебя где-нибудь скинем. Вас где-нибудь перекинем. Хотя вот здесь, наверное, в фрегате их много. А, нет, он же ничей, значит, там стартовое количество. Ну, посмотрим. Да, 7 пиратов всего. Ну, пусть будет. Хороший артефакт. На орду снайперов. Снайперов. Это большие потери будут. Потому что снайперы очень легендарны. Ага. А, не туда пришел. Не туда пришел он сюда. Я так и думал, то, что не туда, но... Так, или сотню головорезов. Обезглавить сотню головорезов, чтобы это добраться до более выгодного рынка и размять. Давай, короче. 219. Молитесь. Сколько у вас? 6 скорость. Фу-у-у. Сидели бы вот дома. Давай, подходи. Пират. Стой. Хотя не, они плотненькие достаточно оказались. Ну да ладно. Не впервой. Ам? Ой, да они очень плотные. А ну-ка ослабей. Ам? Блин. Стоим, ждем, ждем. Какой, а? Бумс? 7-7, сколько их там? Я просто... 33. Бумс? Как тебе такое? Не нравится? А если еще бумс? Так. Ну, частично пусть восстановит хотя бы. Подшаманит. Вот. Это же не новый ход сейчас, да? Или новый? Новый ход. Не знаю, кто там первый. Нормально. 31. Блин, одного. Ладно, не будем. Продвинутый стрельба. К сожалению, ну, в общем, она была ранена и отправлена в госпиталь. Никто не пострадал, если что. Нормальные цены здесь, более-менее адекватные. 6, давай 7. Нет, давай 12, нет, давай 15, 16, 17. Вот.
Здесь пусть будет вот так. 20, 20, 20. Ой, вот этих вот не хватает. Ну да ладно, короче, нормально. А, вот у нас кристаллы. Ну, ничего страшного. Можем открыть гарнизон. Желаем пройти. Туча воров. Они могут украсть здесь вообще все. Поплаваем. Не знаю, ладно. Бегай, собирай. Не знаю зачем. Просто чтобы не стояло. Хотя это, опять же, лишнее время. Только по каким-то делам надо, чтобы они бегали. Эти просто так пособирали. Кстати, новенькие иконки по водоплаванию. Надеюсь, здесь нигде нету этих, как зовут, водоворота. А, так, пусть бегает, ладно, ничего страшного. Хотя не, я сейчас... Короче, ладно, вот я вот сейчас соберу и пойду вот сюда. Все. Лейсан больше не участвует. Надоело. Так, жрец долго осматривает каждый из артефактов и, наконец, произносит. «Мы оказали нашему храму неоценимую помощь, и я немедленно передам артефакты своим братьям. Мы позаботимся о том, чтобы они больше никому не причинили вреда. Что касается награды, возьмите этот золотой лук. Только никому не показывайте». Золотой лук! Это круто! Потому что он позволяет, ну да, без штрафов, короче, без, ну, любые препятствия. Вообще, очень хороший артефакт. Особенно в умелых руках. Вот. Какие же тут, какая же у них скорость-то теперь? Вот, какие у нас задания еще здесь из допов? На самом деле очень много. Забывчивость, победить Тергеза надо сейчас ему ломануть. Сфера небесного свода. Ну, поскольку у нас хорошо бегает товарищ Генриетта. А здесь она была? Не была? Серьезно? Так сходи. Ой, здесь очень хороший артефакт. Именно вот по стрельбе. Жалко, вот нельзя припарковаться, обмануть здесь всех. О! Кстати, а тогда мы с сотней пиратов столкнемся. Нельзя здесь безболезненно припарковаться. А, зато здесь. Нет, здесь тоже нигде. Здесь пока нельзя припарковаться тоже нигде. Ну и на нас не нападут внезапно. Хорошо. Пока все интересно. Так. Да ладно, короче, пусть собирает. Может, где-то что-то надо будет откупиться еще. А, так если она пусть собирает, то пусть собирает. Куда тут у нас еще можно сбегать в дальние края? Аж настолько далеко пусть бежит. Хорошо. Фредрих, куда ты можешь уплыть? О-оу. Надо было думать. Туча и Хартгрим. Хартгрим. Ну, Хартгрим нам не нужен. Ну, вообще, нам надо Зога, короче, забить. А, еще вот этого надо поймать. Тергеза. Короче, мы сейчас пойдем за Тергезом. Тучу от грифонов, ну и он... Нет. Я на это не пойду. Я даже не буду загружать... Ничего страшного в этом нет. Сотня этих, понятно. В принципе, можно припарковаться, потому что здесь колдовское вот кольцо, оно тоже хорош. Но вот этот свиток с заклинанием, наверное, нам все-таки нужен больше, чем атака. Хотя можно атаку повысить. Сотню морских волков. Эх, в полуросликов они. Они же будут стрелять в полуросликов. А здесь толп. Здесь сотня этих корсаров. Они тоже будут в полуросликов стрелять. Но потренируемся на корсарах, короче. Это пусть бежит куда-нибудь, сломя голову. Подожди, ты здесь не была? Нет, была. А здесь? И здесь была?
Где ж ты не была-то? Ну ладно, здесь ты дальше не была. Так, золото забери все-таки. Так, собираем уже какую-то другую. Сейчас я сохранюсь. Опять же на Фреда. Ну, будет немножко больно, конечно. Корсары, они таковы. А, удачи у вас не хватает. Лови. Не, нормально, нормально. Это, конечно, ну, больно, но терпимо в плане. Лови. Поближе пусть станут. Не знаю, будут они в них стрелять или нет. Стоим, ждем. Ох ты, мразь. Выпендрился все-таки, а? Подожди, давай еще разочек. Все равно мы близко. Не, конечно, как-нибудь настанет момент, когда мы уже, ну, нам придется с потерями все-таки согласиться. Но не сейчас. Не сегодня. Ну и что? Не понял. А, перепутал. Страницами. Так, стой. Здесь кидание сюда, 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 лови маслину. Так, не, подождем. Слабость можно ослабить, наверное. Или, что там? Вообще слабость сейчас поэффективнее будет. Да, они вообще, атака у них слабенькая. Слабость, атака слабенькая. Ну, ладно. Доходит. А, так их сейчас могут. Блин, не то сделал. Хотя нет, то все равно. Стой. Да твою ж мать! Рядом нажал. Ну, раскидывают они знатно, на самом деле. Что-то как-то аж, походу, будут потери. Этому еще не везет никогда на повторный ход. Лови. Поближе. 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 Лови. Так. Пропустим. Нам надо, чтобы он ход именно пропустил. Ага. Поближе.
Блин, далеко я встал все-таки. Лови. Так, теперь чинимся активно. Всех подняли. Этого мы ослабим. Но на него мы не будем нападать, наверное, пока что. Ну, дожжем. Вот, да, он сделал свой ход. 5 инженеров. Ну, в принципе, наверное, лучше и не получилось бы. Наверное. Не уверен, конечно. Но мы фартовые. Так, это мы пропускаем. Так. Не пропускаем, а... Мне интересно, короче. Сколько? Все там починены? Сколько их было? А, все были. Ну, ладно. Попробуем еще раз. Вообще нам бы побольше народу, было бы эффективнее. Хотя, да нет. Вроде все то же самое. Приходится жертвовать. Поближе. Попробуем так. Интересно. Да, зашиб. Так, далеко стоял. 12. Блин, тоже далеко стоит. Семь. Подождем. Ай. Подставился. Неправильно. Этих поближе надо иметь. Ну я проверял, а то они могут же напасть. Так, встань, ладно, сюда. Пока что. А, ну понятно. Слишком близко подошел. Слишком близко тоже не надо подходить. Это факт. Лови. Ладно, сюда. Ждешь. Не повезло.
дела. Так, типа всех вынесет. Какая у него атака? Вообще, ну давай вынесем этих всех, чтобы уже не мешались. Блин. Далеко, поближе. Лови. Пропускаем. Семь. Подождем, подождем. Ах ты мразь. Понятно. Они нашли их. Лазеечку, блин. Потому что тот послабел. Ну, нужно представлять, как с этими, ну, воевать на будущее. Тактика отрабатывается, естественно. Поближе. Сейчас бы лук пригодился очень хорошо бы. Спрячься за кактусами, спрячься за вивернами. Ладно, давай этого ослабим, поскольку мы на него и будем нападать. Хорошо, жди. Вот кого-то да найдут все-таки, кого вот, ну, в кого пострелять еще. Нам надо, чтобы они сосредоточились именно на автоматонах. Потому что сейчас, ну, все есть шансы, ну, без потерь это сделать. Просто надо как-то более... Не, все-таки ладно, пускай с ускорением. И сюда. Ты сюда. Лови. Сюда. Сюда. Вот сюда. Так вот. Теперь. Так вот. Поймал. Все-таки выстрелил, а? Все-таки гад, а? Ну, вы далеко не уйдете. Да, сказал я, и он ушел. Сколько их уже вивернов? Подожди. Все не то, блин. Ну, почти. Почти то. Вот сейчас бы тактика затащила, конечно. Если бы она была. Не, не в смысле, но в смысле навык. Пусть здесь пока стоит. Полурослики. Кто выстрелил только что? Этот? Значит, вот этого мы подрежем. Поближе. Чуть подальше, тоже подальше. Слабость. Ага, примерно так оно и было. Во. Какие-то комбы срабатывают, то есть, ну, на, так сказать, на определенные варианты. Минус. Ага. Стой, стой. Пропускай. Ну, можешь
принципе. Сколько у него скорость на расстоянии от него держаться? Где-то здесь, да? Так. Сюда подойди. Потому что ты так под углом. Стоишь, ждешь. Чинишь наш первый ход, по идее, да? Так, ей не повезло. Ну, корсару. Ага. Тоже не повезло. Ну, нормально. Вот сейчас вот уже более лучший результат, конечно. С потерями, но... Сколько он? Двух сломал, да? Ждешь. Ты уже не можешь починить, уходишь. Ага, мечтай. Лови. Опускаем, чиним. Ну и добиваем. Ну, более лучший результат, чем было до этого. С потерями, но... 90 гоблинов. Про этих я вообще уже забыл, что они тут делают. Походу ничего. Вот, забывчивость мы нашли. То есть еще один у нас выполнен. Все, Фредерик тоже 12 уровня. Дальше мы пешадралом идем куда? Нам надо этого Тереза. А свиток внизу, значит, нам надо с кем-то пересечься. Таргеза. Таргеза мы и бежим выносить. А ты у нас перехватываешь свиток и бежишь со свитком вниз. Ты у нас пока что здесь. Как-то так. Так, опять же, успехи героев. Вот мне вот напоминает эта миссия. Ну, прям вот что-то такое было. Вот, подъем духа. Так что к нам еще подбежало народу. Это хорошо. Божьи коровки. Не чумы. Это самое главное. Вот, минотавров мы не трогаем. Дальше. Это у нас уже ближе. То есть нам сюда уже надо подбежать. Кстати, надо было... Сейчас, это, в принципе, даже лучше. Без штрафов будет целую неделю бегать. Просто немножко поздно. А чё поздно? У нас есть автосейв. Ага. И месяц у нас немножко другой. Без штрафов как раз сюда. Фредерик бежит сюда. Берешь механиков пока что. Пусть за вивернами сбегает. Ну, душечка такая, душечка, да, определенно есть. Вот. Возьмем. Так, неуклюжий гнол зашиб себя собственным кистенем. Зная, что вы более опытный в обращении с этим оружием, вы вытаскиваете прекрасный кистень из лап покойника. Бедный гнол. Атака, конечно, 4. Это прям, ух, крепко. Толпу циклопов мы не трогаем. Так, где у нас там... Алсур. Аксунамун. Держи это. Да и держи это уже в конце-то концов. Что ты можешь передать? Ты можешь передать, кстати, много чего полезного. И даже двух вивернов. Не, виверны хороши. Пираты остаются на месте. Они у нас как бы нормально так пуляют. Луков и всего остального нету. Так что ты бежишь теперь со всей этой прямой наводкой, прям без... каких-либо остановок.
Так, ты у нас здесь, да? Ну ладно, пусть собирает. Мы же бежим дальше выполнять определенные задания. Да, желаем пройти и нормально так надавать пиндалей. Но я сохранюсь на всякий случай, в любом случае. Так, Фредрих, пусть будет уже 2. Хотя, Кэрэйнс, Фредрих, просто Фредрих. Че плодить эти? Ай, стой! Пропустил колодец. Хотя нам 53 бы хватило. Ну, раз уж я так заморочился по поводу колодца. А там еще кто-то стоит, ждет. Да, это Зок? Не, это Нагбан. Нагбана не было. Нагбан — это новый персонаж. Таргес. Подожди, Таргес? Это же... это же не Таргес. Это Таргес. Это же... Забыл, как зовут. Это же не Таргес, это же... А может, Таргес? Ну, короче, ладно. Не суть. Стать блокпостом или встать вот сюда? И он все равно здесь нигде не может пройти, да? Я тебя не могу достать. Извини. Ай. Какой Таргес? Это же... Блин, ну как зовут-то? Тоже... Мне нравилось раньше вот... Звали-то, а? Сейчас скажу, раз я уже полез смотреть. Не успокоюсь же, пока не узнаю. Ой, да ладно, короче, не помню. Что-то не ту ссылку открыл, короче, ладно. Потом вспомню. Ох, нифига у тебя тут народу. А ты чё такой плотный-то? Таргес. Таргезище. Ну, ждём пока что. А, ты умеешь, да? Сидя, так сказать, в этих... Лови. Ну, что-то как-то хило. Надо было какую-то единичку взять, чтобы он снимал. Не, виверном жалко. Ты что-то еще умеешь? Не, ну это, короче, ни в какие. Нас просто раскидывают. Не, это не серьезно. Если бы это был какой-то последний бой. Не-не-не, до свидания. Тогда нам надо... Ой, где нам надо загружаться-то? Мы же Таргеза тогда отпускаем. Если не здесь. Ну давай здесь, ладно. Хорошо, что не на ту же самую. Опять душка. Если что. Таргез слишком плотный, чтобы... Сейчас я скажу, как звали. Здесь просто все они переименованы. Сейчас скажу. А где я? Подожди, алло. Ну что только 4 героя-то? Ну что, вы издеваетесь, что ли? Ладно, уже серию пора будет заканчивать, поэтому я посмотрю и скажу, кто такой Таргес.
А пока мы вспоминаем, как мы стратегически действовали, и, возможно, это шанс сделать еще лучше. А, возможно, нет. Ой, далеко. Ну, понятное дело, что не так. Давай еще разочек. Попробуй еще раз. Благо, это можно делать. Ой, как мы далеко. Там мы уже свиток даже передали. Ну ладно, душку пускай будет. Еще разок. Для балансу. Угу, ждем. Ты. Охеревшая мразь. Лови. Да вы за... Кондонировал. Вот попал на душку. Прямо здесь какой-то комбо срабатывает. Ну, минус хотя бы. Минус определенные твари. Подойди. Попал. Упустил. Упустил. Ускорил. Подождал. Не дошел. Отлично. Не туда ты выстрелил, я тебе сразу скажу. Не туда. Не в того. Ждем. Чиним. А ты, походу, попадаешь немножко в просак. А, не-не-не-не, блин, подошел. Черт. Он же сейчас обойдет. Не обойдет. Я ему не дам это сделать. Блин, дайте, не могу. Так, ты уйди. Ага. Ай, он сломал! Твою ж ты козел, а! Доигрался. Чуть-чуть не хватило, надо было слабость наколдовать. Какой же ты засран, а? Душно. А чё если... А что если вот так? И как раз мы, если что, подойдем. Ну, не прям сейчас, конечно. Сколько там? 12. Лови. Так, минус. Ну, 7... Это уже
типа получше результат, чем был. Пока что. Так, ты отойди. Ага, все равно и одного виверна, да? Все-таки ты. И одного этого, что ли? Нет, 75. Не лучший результат, блин. Короче, еще разок. Типа делаем-то то же самое, по идее. Но и не то же самое одновременно. Так, ждем. Везет. Ага. Можем его вынести, но этот тогда может выстрелить в этих. Ну ладно, давай рискнем. Как один из. Не, он не стал стрелять в него. Отлично. Отлично. Молодец, что не выстрелил. Пропускаешь. Пока что. Блин. 7. Ну ладно, чинишь. Хорошо, чинишь. Всех восстанавливаешь, да? 30-40. Ой, 46. Тебя мы обратно. Слабая атака, слабая. Что же сделать-то? Почему-то я думаю, что надо этого вот сначала. Не знаю, добив. Почему-то, ну, блин, могли. Но кто знал? Кто знал, кто знал? Подожди, результат-то какой? Хреновый результат. Немножко не так. Я вообще не хотел сейчас этого делать, но что-то как-то машинально получилось. Я уже хотел согласиться с этим результатом. Чуть-чуть не угадал просто. Угу.
нужны. Так. Ближнего. Ходишь очень далеко. Ага. Лови. Отлично. 14-40. Тридцать одного он может вынести, интересно. Ну, попробуем. Нет, 30. Ну, чистый результат хотел же, а. Дойдешь, надеюсь. Наконец. Ну ладно. Ну это мог быть чистый результат. Кошмар. Ладно, я согласен на такой результат уж. Все, сохраняемся уже здесь, чтобы уже больше не возвращаться к этому. Вот. В следующей серии продолжим.